Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с вашей проблемой. Попробуем понять, что с вами происходит. Значит, как такового вопроса вы не задаете. Вы описываете свою ситуацию, некую, которая вас не устраивает. Ну и, соответственно, у вас нет никакого запроса, кроме такого довольно абстрактного, что мне делать, не знаю. Вот. Значит, надеюсь, что после моего ответа и после ответов моих коллег такое знание у вас все же появится, потому что знать, что вам делать, нужно всегда. Стараться, по крайней мере. Итак, вы пишете, что в вашей жизни произошла тяжелая ситуация. Я долгое время одна, пишете вы, был муж, но снова предательски оставил меня с ребенком, и сейчас мы все равно общаемся. Первый вопрос, который я хотел бы вам здесь задать, заключается вот в чем. Почему вы считаете, что он предательски оставил вас с ребенком? То есть вот именно прилагательное «предательски» откуда здесь взялось? Ну, если вы считаете, что он вас, допустим, предал, это одно дело. Если вы считаете, что он вас как бы бросил, предал, тогда можно говорить о том, что человек поступил нехорошо, и можно говорить о том, что с этим человеком, например, не стоит и не нужно больше, допустим, поддерживать отношения и связи. Но вы-то все равно продолжаете это делать. Так было ли, возникает вопрос, было ли предательство тогда? Если вы все равно с человеком продолжаете взаимодействовать, если вы все равно с человеком, человеком все равно продолжаете как бы быть вместе, было ли предательство? Далее, на мой взгляд, важный вопрос. Значит, если предательства не было, то что тогда было, если не было предательства? Если было предательство, если предположим, что оно было, то, соответственно, вы же понимаете, что этому человеку, этому мужчине больше доверять нельзя. Возникает вопрос. А если человек вас предал, то как можно ожидать того, что он, держит свое слово, вот вы пишете там дальше в контексте своего сообщения, что он вас как бы ставит в позицию ожидания, постоянно просит, чтобы вы ожидали, ждали и так далее, но он вас уже предал. Если он вас предал, как вы говорите, то, соответственно, почему вы позволяете себе ждать того, что он соизволит что-то для вас сделать? Откуда такая у вас информация, что он вообще что-то собирается для вас сделать? Мужчину нужно судить по его поступкам, но не по словам. Далее. Если было предательство, как вот вы говорите, если было предательство, то как вы отнеслись к этому предательству вообще? То есть, если у вас, например, обида, что мужчина вас предал, если у вас на него обида, считаете ли вы до сих пор, что он вас предал? То есть вот, понимаете, это очень важный момент, потому что если вы считаете, что человек вас предал, то вы тем самым как бы
ожидаете, что он что-то будет делать для того, чтобы как-то купировать или лучше сказать, может быть, компенсировать вам то, что он сделал. Но правда заключается в том, что ничего такого мужчина не делает. А это значит, что, скорее всего, он не осознает, что он вас предал, то есть не раскаивается в том, что сделал, а значит, предательства как такового не было. Человек просто действовал, исходя из своих интересов. Человек просто действовал так, и действует, надо сказать, так, как ему выгодно, как ему удобно, а вы, по сути дела, ну, вы позволяете ему это делать. То есть, мужчина вас предал. Как вы говорите, то есть, вот, по вашим же словам, получается так, что он это сделал. Но тогда ничего не изменилось, потому что вы по-прежнему надеетесь на него. Вы по-прежнему ждете от него чего-то для себя. Но он вас уже предал, он вас уже оставил, вас и ребенка. Так стоит ли ожидать от человека, который вас предал, чего-то еще? А самое главное, почему вы это делаете? Почему вы ожидаете от него чего-то, если он вас уже практически оставил? Вот над этим я хотел бы, чтобы вы подумали как следует. Далее вы пишете о том, что он бывает несколько раз в месяц с ребенком и столько же раз у вас с ним интим. Ну вот, тоже очень интересный момент. Почему вы позволяете себе вступать в интимные отношения с тем, кто вас, ну, вроде как бросил, кто вас вроде как оставил? Ну, если мужчина вас оставил, это его право. Это его право оставить вас. Но ваше право после этого его больше в свою жизнь не впускать. А вы почему-то это делаете. И вот я бы хотел, чтобы вы для себя постарались определить, так почему же вы пускаете в свою жизнь человека, который вас оставил? Он остался как бы в прошлом для вас, а вы его продолжаете впускать в свою жизнь. Зачем? Для чего? Какой лично у вас мотив для этого? Какие лично у вас есть потребности вот так вот поступать в данной ситуации, в данном случае? Это вот то, что я могу сказать по поводу этого. Далее он вам обещает, он вам говорит подождать, но это может длиться очень долго, потому что мужчине удобная эта позиция, мужчине удобна позиция, при которой вы находитесь в позиции человека, который ожидает. И, соответственно, ему нет никакого резона и стимула что-либо менять. То есть, если бы вы хотя бы перестали давать ему то, что он хочет от вас получать, если бы вы хотя бы перестали ему это давать, ну, может быть, вот тогда бы что-то поменялось бы. Но пока вы даете ему все, что он хочет, вряд ли он будет что-то менять. У него нет для этого никакого стимула, у него нет для этого никаких мотивов. Вот. Ну и кроме того, вы верите ему, вы верите его ожиданиям? Вы считаете, что он действительно способен вот
сдержать, так сказать, свое слово. Если да, то почему он этого не делает? А если ждать, то сколько ждать и так далее. Вот. Ну, как вы пишете, первый супруг моей. Кстати, а с вами он в каких отношениях сейчас? Он с вами в разводе или нет? То есть это вот тоже непонятно. То есть он оставил вас, да, но развелся ли он с вами? Если нет, то почему? Если да, то опять же, на что вы надеетесь еще? И так далее. То есть в этом случае, вот в этой ситуации, в которой вы оказались, я бы очень рекомендовал бы вам на самом деле нести ответственность вот за себя. То есть понимать, что только вы несете в данном аспекте ответственность за свою жизнь. Если вы хотите, чтобы у вас вот что-то было, ну, как бы быстрее. Если вы хотите, чтобы у вас что-то было, ну, активнее, вот что-то развивалось бы, то, соответственно, вам в таком случае нужно самой брать ответственность за свою жизнь и делать так, чтобы вы получали то, чего вы хотите, а не так, чтобы вот вы как бы постоянно зависели бы от там мужчины, от его обещаний, от его возможности или невозможности сделать то, что он хочет. Потому что у вас ребенок. И вы хотя бы, если не для себя, то хотя бы для ребенка, ну, как мать, будете делать то, что от вас зависит, чтобы быть для него счастливой. Чтобы быть для ребенка своего счастливой, потому что именно так только лишь может вырасти полноценный психически здоровый человек. А если вы не будете для него счастливы, если вы не будете нести ответственность за свою жизнь, то, соответственно, и ребенок ваш тоже, к сожалению, не научится нести ответственность за себя, потому что, ну, вот если вы будете все время только ожидать чего-то, то и ребенок, к сожалению, ожидать будет тоже. Вот. Далее. Значит, вы пишете, что руки буквально опустились, ничего не хочу, пробовал искать работу, но нет желания. Подруга говорит, ищи кого-то, но нет, опять же, желания даже с кем-то, либо с кем-либо общаться. Все какая-то апатия, я сижу с мамами дома, ребенок мало того, проблемный, нужен логопед, я пробовал к нему обращаться, но на что мне отвечают, что тоже нет денег. Ну, то есть, вы имеете в виду, что ваш мужчина, вот муж не поддерживает вас в плане того, чтобы реабилитировать вашего ребенка. А, значит, в чем проблемность вашего ребенка? То есть, вот. Какая у него проблемность? А как вы относитесь к ребенку сами? То есть, любите ли вы его? А хотите ли вы делать его счастливым? И так далее. То есть, вот этот момент тоже очень важен, потому что вы говорите, что пробовал искать работу, но нет желания. То есть у вас проблема с мотивами. А как насчет того, чтобы искать работу для того, чтобы ребенку помочь преодолеть его проблемы? Как насчет того, чтобы искать работу для того, чтобы ребенку было все необходимо, все, что нужно? И в процессе этой работы вы смогли бы общаться с разными людьми, познакомиться и с мужчиной тоже. В процессе деятельности вам нужно знакомиться с кем-то и общаться с кем-то именно в процессе деятельности, а не просто так, что вот вы начали общаться,
там с мужчиной, да, и у вас что-то получилось. Так, к сожалению, не бывает. Нужно что-то общее всегда. Нужны какие-то объединяющие элементы. А объединяющих элементов у вас пока нет. И отсюда, соответственно, и проблемы, которые вы ощущаете в данный конкретный момент. Далее, значит, вы пишете, родители против него, и, значит, скрипя зубами, улыбаются ему, когда он приходит или на Новый год, и на день рождения. Ну, здесь, опять же, не очень понятно, то есть, если вы значимую сторону больше склоняетесь, на сторону родителей или на сторону вашего мужчины, то есть, если вы считаете, например, что родители правы, по большому счету, ведь, ну, они действительно, они ведь понимают, что он вас бросил, он поступил нехорошо, и поэтому они относятся довольно негативно. Вопрос в том, как вы относитесь, собственно, к нему, к мужчине, вашему, к мужу. Почему вы все время обращаетесь к нему за помощью, если он, по сути, вас бросил? В этот момент очень важный, на самом деле, как вы сами к нему относитесь, как вы видите его. И когда вы говорите про родителей, про то, что вот, значит, ну, про то, что вот они скрипя зубами ему улыбаются, так и что? Ну, улыбаются они ему, скрипя зубами, и что дальше? Они ему хотя бы улыбаются, другие родители могли бы вообще не улыбаться, и вряд ли кто-то мог бы обвинить в этом. Потому что так поступил бы любой родитель, дочь которого, например, ну, страдает из-за человека. То есть здесь не очень понятно, вы осуждаете поведение родителей или наоборот поддерживаете? Если осуждаете, то за что? А если поддерживаете, то в чем проблема тогда? Вот. Далее, значит, все говорят, что с ним надо разводиться. Он порой такой грубый, что я и человеком себя не ощущаю с ним. Он так снизил мою самооценку, что даже следующего мужчины я просто воспринимать не буду. Ну вот здесь очень интересный момент. Все говорят, с ним надо разводиться, он такой грубый, что я человеком с ним себя не ощущаю. Он мне снизил самооценку, но при этом вы говорите о том, что вы не знаете, что вам делать. А, собственно, все вытекает из важного сообщения. Вот вы говорите, мужчина груб, и мужчина не позволяет вам ощутить себя с ним, человеком. Значит, возникает вопрос, а любит ли он вас тогда? Если любит, то разве стал он так себя вести? Если не любит, то зачем вы с ним тогда вообще? Для чего вы с ним тогда вообще? Вот об этом я и рекомендую вам подумать. То есть, если он вам ничего хорошего не дает вообще, если вы от него получаете и чувствуете только один сплошной негатив, то зачем вы с ним? Для чего вы с ним тогда? И разве не понятно в таком случае, что вам нужно делать? Разве не понятно в таком случае, как вам нужно себя вести, если он не позволяет вам чувствовать себя человеком? Вот об этом я и рекомендую вам опять же подумать. То есть,
Вы не знаете делать, вы не знаете, что вам делать, почему? Потому что у вас нет ориентиров, а они вытекают из ваших ценностей. Так вот, ценности у вас какие? В первую очередь, ценности, свои собственные ценности, идеалы и так далее. Какие они у вас? Вы подумайте об этом как следует. Определите свои ценности, определите свои идеалы, свои представления о том, как вообще мужчина должен вести себя с женщиной, по вашему мнению. А потом спросите себя, ради чего я терплю такое отношение этого мужчины, который явно не вписывается в мой образ мужского поведения, например. Вот ради чего я это делаю? Вот что я хочу из этого получить? Что мне нужно? И вот это вам нужно получать самой, самостоятельно. Дальше. Опять же, все говорят, пишите вы. Но какая разница, что все говорят? Сегодня все могут говорить, чтобы вы, там, например, с ним разводились. Завтра все могут говорить, чтобы вы, наоборот, с ним сходили. Прислушиваться ко всем не нужно. То есть, можно выслушать, можно постараться понять, что человек хотел вам сказать. Но ориентироваться на мнение этих людей не стоит. Потому что они судят со своей колокольни. Они судят со своей стороны. Так же, кстати, как и ваш мужчина, который действует в своих интересах. Получается, что вы прислушиваетесь ко всем, кроме себя. И вот в этом основная проблема. И в этом вопрос, почему так? Почему вы не доверяете себе и не доверяете своим желаниям, своим чувствам, своим потребностям? Далее, вы говорите, что он понизил мне самооценку очень сильно. На самом деле, правда заключается в том, что это не мужчина понизил вам самооценку как таковую. А это у вас она изначально была не слишком твердая, не слишком устойчивая. И именно поэтому вы, по сути дела, позволили себе ее понизить, мужчине. Потому что на самом деле, мог быть это кто угодно. То есть это мог быть и другой мужчина, это мог быть и вообще не мужчина, ну, это не ваш муж. Это мог быть и кто-то другой. То есть дело не в этом. Не в том, что кто-то понизил вашу самооценку. Дело в том, почему вы позволили ее понизить. Вот в чем вопрос на самом деле. И вы говорите, что я не буду воспринимать следующего мужчину, если будет. И правильно? Вы не сможете воспринимать следующего мужчину как мужчину, но не потому, что у вас понижен самооценка, а потому что в принципе никто не может воспринимать человека сразу как мужчину. Я имею в виду партнера как мужчину или партнера как женщину, никто не может сразу это делать, потому что это ненормально. Сперва в наших глазах просто человек. И вот чтобы этот самый человек как бы попал в поле вашего видения, в поле вашего внимания, нужно, чтобы вы начинали заниматься какой-то деятельностью. И в первую очередь эту деятельность нужно организовывать, исходя из ваших интересов, желаний и потребностей. И исходя из желаний и потребностей ребенка, конечно, тоже. Вот это вот принципиально важный момент. То есть, сперва вы думаете и разбираете то, почему вы в себе не уверены, почему у вас низкая самооценка, что на это влияет. Вот. Далее думаете о том, как
самооценку поднимать, повышать. Для этого требуются и психологические консультации, для этого требуются и деятельностные изменения в вашей жизни и так далее. То есть тут целый комплекс, целая совокупность идет значит, ну, тех действий, которые вам нужно сделать. Часто приходит мысль о том, что со мной что-то случилось, что больше не было в этой жизни. А как же ребенок тогда? Я просто устал ждать и надеяться на то, чего нет в моей жизни с ним и не будет. А зачем ждать и надеяться на то, что что-то будет? Почему просто самому взять и не начать делать то, что вы хотите? Почему вы ждете, что кто-то сделает за вас? Не очень понятно. Далее. Значит, у вас нет жизни с ним. У вас нет никакой жизни с ним. Вы просто встречаетесь с ним по его инициативе, тогда, когда ему это удобно, тогда, когда ему это выгодно и так далее. Я сама понимаю, что надо менять свою жизнь, свой взгляд на мир и на мужа, которого нет ни со мной, ни с ребенком, которым он не занимается и не принимает в его жизни никакого участия, так же, как и в жизни первого от другой. Ну, то есть, опять же, вы видели, что ваш мужчина не принимает участия в жизни другого ребенка, и почему-то вот ожидаете, что он будет принимать участие в жизни вашего ребенка. Понимаете, вы правы только в том, что ваш муж, он не такой плохой. На самом деле, это просто человек со своими ценностями, со своими взглядами, со своими интересами, со своим поведением, которое эти интересы защищают. И в этом вам, кстати говоря, есть чему у него поучиться, потому что у него поведение четко имеет направленность по защите именно своих интересов, именно вот как раз своих взглядов и так далее. А вы в это время действуете с ущербом для себя. То есть вам в этом вам стоит у него поучиться. С другой стороны, почему вы ожидали, что мужчина будет и именно вашим ребенком заниматься? То есть вот ребенком от первого брака не занимался, да? А с вашим ребенком вдруг будет. То есть откуда вот у вас такая вот, ну, надежда? Откуда у вас такая вот идея вообще получилась? Вот это вот мне очень важно понять, ну, по крайней мере, вот именно мне, как психологу, да и, в принципе, любому специалисту, который, ну, если он будет работать с вами, ему точно будет очень важен этот момент. То есть, почему вы не относитесь к человеку критически, а как бы идеализируете его и не воспринимаете ли вы человека через призму своих вот потребностей, да, своих желаний, например. То есть, вот желание в данном случае это вот то, что вы, допустим, вы, может быть, вы не хотите, например, делать там что-то ну, в своей жизни. Вот, допустим. Допустим, вы хотели бы, чтобы мужчина, например, сам бы за вас все решал. И именно поэтому вы как бы и надеетесь на то, что он
будет, ну вот, собственно говоря, как-то вот с вами. То есть вы именно поэтому и надеетесь, что у вас с ним все получится. Но при этом, объективно, мужчина, он преследует только свою цель. И все, на самом деле. И ваша надежда, получается, продиктована вашими желаниями. И не более того. Так, может быть, имеет смысл сперва реализовать ваши желания, чтобы не быть зависимой от него, а уже потом вступать в отношения. Сперва, например, стать более уверенной в себе, чтобы опять же не зависеть от него в плане самооценки, а уже потом строить отношения, будучи уверенной в себе. Разве так не было бы более правильно в вашей ситуации? Как вы думаете на эту, как вы сами думаете об этом? Далее, вы говорите, что я понимаю, что нужно менять значит, взгляд, ну, нужно менять взгляд, да, на своего мужа, на ситуацию, которая вот происходит, и так далее. Но, соответственно, получается так, что вы, ну, если я правильно понял вас, вы как будто бы не можете этого сделать. То есть вы не можете этот взгляд поменять, свой взгляд поменять. Возникает вопрос, тогда, соответственно, а почему вы не можете поменять взгляд? Потому что нет ценностей, нет ориентиров, которые могли бы вам это помочь сделать. Если нет ценностей, если нет ориентиров, то откуда тогда возьмется изменение во взглядах? Ниоткуда им взяться будет. Потому что, опять-таки, вы находитесь вот в этой вот ловушке. Это вот ловушка, в которую вы сами себя загнали. Далее. Значит, так. Ну, значит, так. Он только живет своей жизнью для себя, для мамы, но не нами. У вас есть ревность к его маме, судя по всему. Это обидно. Что именно обидно? Почему вас это задевает? Вы пишете про время, которое у вас идет как у женщины, но при этом вы же сами понимаете, что только вы хозяйка над ним. А я 2 года одна, у меня ни жизни, ни семьи нет из-за него. У меня всего лишь... Нет, это вы сами себя всего лишили, потому что вы позволили ему так себя вести с собой. Вот это не его как таковая вина. Вот. Далее, значит, одни обещания от него и все. Вот поэтому мне ничего и не хочется. Ну, получается, вы говорите, что вам ничего не хочется, потому что человек не сдержал обещания относительно вас. А должен ли он был сдерживать обещания относительно вас, если он вас оставил? То есть он сам показал, что вы ему не нужны. Вот. Далее вы пишете о том, что, значит, ну, у вас болезнь нашли какую-то, и опять вы ожидали, что он вам даст денег,
Непонятно, почему вы все это ждете, почему вы на него надеетесь, неясно. Вот. В принципе, все сообщение я разобрал. Я думаю, что основная мысль вам ясна. Это брать ответственность за себя, за своего ребенка, за свою жизнь, по сути дела, брать ответственность за свои счастья, за свое здоровье, ни от кого не зависит в этом. Вот. Далее, работать над самооценкой, повышать ее, понимать, в чем именно вы не уверены в себе, в чем именно вы сомневаетесь в себе. Вот. Прорабатывать вашу модель женского поведения. Вот. Прорабатывать подходящий образ мужского поведения и выстраивать другие отношения на основе деятельности, равноправия и независимости. Вот. Я думаю, так вот можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то у вас дополнительные вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи вам!